Привет, друзья! С вами Максим, и я шопоголик. В этот раз, гуляя по Алиэкспресс, я нашел для вас 15 классных и полезных товаров. Ссылки будут в описании под видео. Поехали! Если у вас есть домашнее животное в виде собаки, то такая вот насадка на шланг вам точно пригодится. Благодаря этой конструкции, с такой насадкой можно с легкостью помыть, искупать вашего любимца. И собаке хорошо, и вам. Так как теперь она вам точно ничего не вымажет. В недавнем времени компания Xiaomi представила многофункциональный удлинитель. С его помощью вы сможете без проблем заряжать свои гаджеты, ну а также подключать абсолютно любые веки разных стран. Длина кабеля 2 метра. Защита от перегрузок и кнопка включения. Ну а если вы собрались в путешествие по другой стране, то этот удлинитель просто необходимая вещь. Эффективный антистресс для тех, кто вынужден работать за компьютером. Огромная кнопка Enter. Все предельно просто и не требует дополнительных драйверов. Подключайтесь к USB-порту и лупите по ней в свое удовольствие, во время написания гневных писем. Кроме того, кнопка позволяет прикорнуть на ней во время рабочего дня, или использовать как замену сломавшейся клавиши основной клавиатуры. А следующий товар – это крутой лазер. Мощность этого лазера составляет 30 Вт. Питается этот лазер от двух аккумуляторов типа 16340. Этот лазер настолько мощный, что можно поджигать бумагу и даже спички. Также с этим лазером вы сможете на безопасном расстоянии поджигать петарды, только нужно быть осторожными, и не делать этого без взрослых. Этот прикольный спиннер понравится как детям, так и взрослым. С его помощью вы сможете снять нервное напряжение, а также отвлечься от повседневной суеты. Продаются как обычные варианты, так и светящиеся в темноте. Это не просто игрушки-антистресс, но также отличный способ удивить своих друзей. В вашу зону ответственности входят дети, которые так и норовят куда-нибудь убежать. Наручный браслет безопасности поможет держать ситуацию под контролем. Позволяет контролировать и не допускать ситуации, когда маленькие дети освобождаются от надзора и начинают испытывать лестничные проемы, тормоза проезжающих автомобилей и прочие опасности на улице. А вот еще одно крутое изобретение. Это изобретение для приготовления вертикальной яичницы, или еще чего-нибудь. Принцип работы этого изобретения очень прост. Загружаете вовнутрь все ингредиенты и ждете, пока туда не полезет уже готовый ролл из этих ингредиентов. Это, как выяснилось, очень удобно и оригинально. С таким изобретением можно украсить свой праздничный стол. Для любителей активного отдыха, на Алиэкспресс продаются вот такие реально крутые джемперы. Вы сможете бегать в них до 40 км в час. И прыгать в высоту более 2 метров. Теперь догнать друга, перепрыгнуть через забор, стало не проблема. За небольшие деньги вы получаете море положительных эмоций. В комплекте идет специальная защита для ваших колен. Неотъемлемая часть жизни современного человека – путешествие, которое может омрачить внезапный сон в дороге, и довольно неприятное ощущение после него. Эта удобная U-образная подушка закрепляется на шее, и делает процесс сна намного комфортнее и приятнее. Плюс к этому отличается оригинальным дизайном. Выполнены в виде больших плюшевых фруктов. Очень интересная игрушка. Это мяч для игр в Powerball. Из нижней части этого мячика подается воздух, и благодаря этой особенности, этим мячом можно играть практически на любой поверхности, при ударе по нему он будет скользить.
Также мячик имеет красивую подсветку, а это значит, что им можно играть даже ночью. Классная игрушка для веселого времяпрепровождения. Это смарт-кольцо для управления вашим смартфоном. Станет незаменимым гаджетом в вашем арсенале. Оно может хранить 1000 паролей от ваших аккаунтов, Wi-Fi, точек доступа, информацию о банковских картах и еще многое другое. Достаточно лишь преподнести смарт-кольцо к вашему смартфону, и вы получаете полный доступ ко всему. Очень достойный, интересный, а главное нужный девайс, который вы всегда сможете носить с собой. Планируете поездку в страну, язык которой не очень хорошо знаете? Прихватите с собой футболку с иконками. На футболке есть изображение, обозначающее, например, кружку пива, туалет, Wi-Fi, деньги, часы или аптечку. Предполагается, что владелец такой футболки может просто показать, что ему нужно. Если не может объяснить это более обыденным способом. Для тех, кто любит не только слушать, но и создавать музыку. На AliExpress я нашел вот такой лаунчпад. Преимущество этого решения для музыкантов и диджеев заключается в возможности сразу приступить к подготовке треков и сетов на любом компьютере. Кнопки Launchpad могут использоваться для создания битов и выполнять другие функции. А это бумажный самолет с мотором. Позволяет обычным самолетикам из бумаги летать около 2 минут, вместо типичных 5-10 секунд. Самолета в комплекте нет, идет только моторчик. Но сам самолетик вы легко сможете сделать из обычного листа бумаги. Достаточно лишь присоединить моторчик к бумажному самолетику, и вы можете наслаждаться полетом. Станет отличным подарком по любому случаю. Быстрее заказывайте, ведь скоро лето. Даже если у вас ничего не чешется, с данной штучкой можно неплохо поразвлечься. Телескопическая спино-чесалка покажет вам, что такое блаженство. Друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео. Пока-пока.